Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня, проект Faberlic Online, и в этом видео я вам расскажу о своих впечатлениях косметики компании Faberlic VIP новинок каталога 15 2023 года. Это юбилейный каталог, 26 лет компании, и, конечно, на такой юбилей компания сделала вообще шикарные подарки, которые можно будет выполнить на них условия с 16 октября по 5 ноября в период действия каталога. Итак, что же нам, какую первую новинку придумали? Это серия, вот такая вот клевая, классная серия. Инновация лаборатории Faberlic. Но я думаю, что тут вы больше всего сами можете, да, все прочесть, прочитать. Время эфира мы не будем на это тратить. Единственное, что хочу сказать, что коллаген — это белок молодости. И это как раз коллагеновые средства. И как раз коллаген делает кожу упругой и плотной. Вот нам зачем коллаген. Это инновация лаборатории Faberlic. Это патент, поэтому коллаген О2, он запатентован, я так понимаю. Тут очень много чего о коллагене написано. И коллаген в составах большинства кремов используется только как увлажняющий компонент. Но наша компания пошла дальше. И в лаборатории Faberlic создали мультимолекулярный комплекс, куда входят молекулы и наномолекулы коллагена и кислородного комплекса NovaFtem. То есть это сочетание, просто ему нет равных, ребята. Вот. И такая синергия активных молекул способствует восстановлению и поддержанию функций клеток кожи и упрочнению соединений, которые обеспечивают мощный лифтинг-эффект. Ну что ж, будем с вами смотреть. Значит, у нас с вами 4 составляющих. Крема для век нету. То есть первое — это идет очищение, тонизирование. Вот такая вот штука классная, которая насыщает кожу влагой, выравнивает ее тон, микрорельеф и восполняет коллаген, возвращает упругость. Можно вот так вот на руку капнуть и пошлепать по лицу. Он немножечко такой какой-то вот склизенький. Чувствуется, что в нем есть что-то такое ухаживающее, да? А можно на ватный диск и протереть им лицо. То есть как вам хочется. Очень приятный, свежий, еле уловимый какой-то вот аромат. Парфюмерная душка есть, но очень сильно невесомая. Красивое очень оформление, удобное. Единственное, жаль, что не видно, когда закончится. Артикул 1393. Буду пользоваться, перейду на него сейчас на данный момент, чтобы он побыстрее попал в пустые баночки. Я бы вам про него рассказала, смогла бы рассказать побольше уже про кучу своих впечатлений. Значит, он насыщает кожу влагой, выравнивает тон и микрорельеф и восполняет коллаген и возвращает упругость. То есть он уже как самостоятельное средство подходит, но также его можно использовать под сыворотку бустер, а уже на сыворотку бустер мы кладем ночной или дневной крем. То есть таким вот образом трехступенчатая такая вот программа, да, 1 1 2 3 или 1 2 3, то есть как вам захочется. Конечно же, целиком и полностью поддерживаю компанию в том, что нужно подходить комплексно, потому что один дневной крем, он никогда не заменит, например, ночной, и ночной дневной он тоже никогда не заменит, потому что дневной, по идее, защищает, восстанавливает и не дает испортиться коже за день, да, если такое слово можно применить, а ночной крем, он уже восстанавливает, то есть таким вот образом. Значит, про тонер мы с вами поговорили. Дальше у нас с вами идет сыворотка бустер в такой вот классной коробочке. Тут прямо написано полностью все применение. Так, давайте прямо на единичку поставлю, чтобы было хорошо видно. Тут написано применение, и вот указан крем для век. Он, скорее всего, будет, но уже не в этом каталоге, потому что самого крема пока в новинках нету. Первый слой, да, как вы видите, тонер для лица 13.93, потом сыворотка бустер 13.80, которая у меня в руках, вот бустер. Третье — дневной или ночной крем, то есть смотрим, да, утром мы его наносим или вечером. И четвертое — крем для век, уже 13.83 будет артикул. То есть на самой коробке написали, что скоро будет, ждите. Так, значит, приходит он в такой упаковочке очень красивой. Слушайте, ну дарить будет одно удовольствие, особенно людям, кто не любит сильные ароматы. У него есть отдушка, но она до такой степени невесомая, что мне нравится. Значит, артикул 13.80 у сыворотки бустер. Что она делает? Она стимулирует синтез коллагена. Давайте с вами выдавим. Такая вот сыворотка. Стимулирует, получается, синтез коллагена в коже, борется как с глубокими морщинами на лбу и в области носогубных складок, так и с гусиными лапками. Обладает лифтинг-эффектом, улучшает контур лица и легкая текстура сыворотки. Да, действительно, очень даже легкая, мне нравится. И легкая текстура, значит, сыворотки быстро впитывается, подготавливая кожу к следующему этапу ухода, усиливая эффект. Ну, что могу сказать? Я уже вчера на ночь попользовалась этой сывороткой, и мне понравилось результат. Она впитывается, не оставляет липкости и не скатывается. Вот прям самое то. В
впитывается, не липнет и не скатывается. То есть отлично, просто отлично. Значит, она идет 30 миллилитров. Вот такая красота. Так, кому нужно состав, пожалуйста. Он у нас с вами в первый раз. А состава-то тут и нету. Так, а может он на коробке есть, слушайте. А вот состав, да. Состав, вот я вам сфокусирую. Поставьте паузу, посмотрите, кому нужно. А вот все для вас, все для вас. Да, и то есть, что он делает. Эффективные формулы и так далее. То есть, вот реклама тут прям на самой коробочке. Так, идем дальше. Значит, дальше у нас с вами пойдет дневной крем. Очень радуют русские буквы на упаковке. Можно прочитать, взять в руку и не перепутать. Вот, значит, дневной крем-флюид для лица. Тоже называется коллаген О2. Значит, что же делает дневной крем? Значит, дневной у нас уплотняет кожу. И вот сыворотка, кстати, уже впиталась. Шикарно. Так, дневной крем уплотняет кожу, разглаживает морщины, возвращает лицу сияние и интенсивно увлажняет. То есть такая вот красота. То есть вот мы второй слой кладем и кайфуем. Тоже уже испробовала на лице сегодня с утра. Времени час дня я ролик снимаю, сегодня с утра использовала. Очень хорошо подходит под макияж, под тональный крем. Ничего не скатывается, все великолепно. О, в оба слоя все просто великолепно. То есть вообще никаких проблем нет. Нежный легкий аромат. В общем, очень понравилось. Безумно классное. Средство и запах, цвет, вкус, консистенция, удобство в использовании. И сколько тут всяких действий написано, да, то, что он прям кожу подтягивает. Ну, вообще. В общем, 13,81 от дневного. И пойдемте ночной. Ночной у нас делает кожу гладкой, подтянутой, упругой. Сокращает количество морщин. Ну, все, кстати, вот на таких застежечках, да, получается. Сокращает количество морщин и укрепляет защитный барьер. То есть вот такой вот он. Кстати, вот этого хватает только на лицо. Вот, у меня кожа его прям скушала. Хотя я свое лицо люблю побаловать кремчиками. У меня кожа его прям скушала. И на шею я уже побольше наносила. Вот серьезно вам говорю. Вот такая вот история. То есть он, кстати, не такой уж и прямо сильно плотный. Как обычно, знаете, бывает ночные кремы, он не такой сильно плотный, он получше как-то вот, на мой взгляд, поактивнее. Ну и мой вам совет, конечно, если вы будете брать всю эту линейку, то сыворотки надо брать, конечно же, две, чтобы хватило вам на весь период использования. Хотя и сыворотку можно любую другую, если вдруг это закончится у вас. И также можно использовать вместо сыворотки Novaftemo 2 наш с вами кислородный бальзам. Вот как раз, кстати, он у меня под рукой, как хорошо, да, артикул 5806. Вот такой вот можно тоже использовать, хуже не будет. В общем-то, очень понравилась линейка, безумно понравилась, удобная, клевая, классная, шикарная, суперская. В общем, да, новинки мы с вами будем пробовать со скидкой 50%. Написано вот таким образом. Я рада, что я пробую с очень хорошей скидочкой. Еще тут указано, что тонер имеет более густую текстуру, чем привычный тоник. Да, я вот это заметила. Он содержит больше активных компонентов и дополнительно ухаживает за кожей. Вот это, конечно, да, кидается в глаза. Далее. Уплотняющий шампунь с мультиколлагеном. Вот такая вот у нас с вами новая линейка. Большая, красивая. Первое мое впечатление. Он слегка, чуть-чуть, вообще практически незаметно, меньше пенится, чем предыдущий. Предыдущая новинка, которая идет с ламинирующим эффектом. Предыдущая новинка с ламинирующим эффектом, бальзам у меня уже закончился. И могу сказать, что он мне очень понравился. Мои пережженные волосики, да, то есть я пережженная блондинка, как бы справился, она отлично. Этот, так, давайте посмотрим на этот шампунь. Ну вот, в принципе, с ламинирующим, если сравнить, все-таки волосы блестели лучше. Тут как бы они уже блестят, но, видите, ну не особо. Хотя начало, вот где мои, да, отросли, да, с моей любимой сединой, они более рассыпчатые, более блестящие, более клевые. Вот эти вот, конечно же, где я их пережигала уже несколько раз, они не особо блестят. Там указано, что будет блестеть. И, как вы видите, какая-то вот пушистость, она все равно присутствует. И такую, да, вот именно, что вот такую копну, ее нужно еще дополнительно укладывать утюжком. Но я не стала, да, я не стала укладывать утюжком, чтобы вам показать, какие волосы. То есть волосы, они немножечко слегка, как бы, пушатся, что ли, с него, но не сильно, да, то есть вот как с обычного шампуня. Но из-за того, что я до этого пользовалась только ламинирующим шампунем, у меня создалось впечатление, что он немножко пушит волосы. Но волос действительно, это у меня еще тут нарощенные, да, волосы еще не сняла, но
фотосессию на все. Надевала, можно так сказать, парик. И вот честно-то сказать, конечно, вот этот вот переход от ламинирующего к уплотняющему, он очень сильно почувствовался. Волосы более такие объемные получились. У ламинирующего они более такие гладкие, прилизанные. Тут они более такие пушистые. Их как поставишь, они вот, видите, сразу держат объем, сразу стоят, сразу пушатся. Ну, вот как-то так. Линейка мне очень понравилась по вкусу, цвету, запаху, консистенции. Ну, давайте посмотрим шампунь. Вот у нас есть с вами уплотняющий шампунь для тонких волос. У меня как раз волосы сами по себе тонкие. Очень такой приятный, свежий аромат. Он не сколько не сладкий, то есть он такой прям свежести, да, аромат свежести. Значит, уплотняющий шампунь для волос 250 миллилитров идет, артикул 1283. Бережно очищает волосы, действительно бережно, делает их более плотными и объемными. Да, действительно, я это подтверждаю, волос у меня, вот я почувствовала, что он более-менее делает больше волос, чем есть вот на голове, да. Вот, то есть тонкие делает более плотными и прочными, придает объем, заполняя пустоты в поврежденной структуре и снижает пушистость и электризацию. Вот у меня, как вы видели, да, как у пережженной блондинки, я не могу сказать, что он лучше ламинирующего шампуня справляется. То есть он как обычный шампунь у меня получился. После ламинирующего просто очень резкий такой переход, да, вот этот контраст. И как бы ламинирующий мне понравился больше, конечно, шампунь в плане того, что я высушила голову, и мне не надо к щипцам прибегать, потому что и так волосы уложенные. Тут идет в составе этой всей линейки, да, то есть вот вся линейка, и в составе идет низкомолекулярный коллаген, который проникает в структуру волос и восстанавливает ее. Также среднемолекулярный, он запечатывает чешуйки кутикулы, и высокомолекулярный, который действует на поверхности, защищая и уплотняя волосы. В общем, такая вот система. Значит, про шампунь поговорили, очень понравился, классно пенится, все здорово. Средняя пенится, чтобы уж точно не наврать. Дальше идет бальзам. Значит, бальзама я выдавила много. Сначала я выдавила его чуть-чуть. То есть, видите, он такой густенький, еле-еле потек. Да, то есть, такой вот бальзамушка. Да, видите, какой. Такая интересная у него консистенция. Вот, честно сказать, я его нанесла, ну, как обычно, да, как обычно наношу. Вот, если голова сказала, о, спасибо, хорошо, нормально, то кончики сказали, давай еще. То есть, у меня вот, я так понимаю, бальзама с нарощенными волосами. С ненарощенными, не знаю, не могу сказать, волосы не снимала. Бальзам у меня будет уходить в 2 раза больше, чем шампуня. Но шампунем тоже голову мою, в принципе, в 2 раза. Ну, не знаю, в общем. Уплотняющий бальзам для тонких волос. Написано, что он глубоко за волосами ухаживает, делает их более прочными и более послушными. 1284. Мне показалось, что он обычный. Но мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Артикул 1284. Это у нас уплотняющий крем-флюид. То есть вот столько мне ушло на то, чтобы укрепиться перед сушкой. Да, то есть вот он такой хорошенький. Его можно наносить на сухие, на влажные волосы. У него тоже очень-очень приятный аромат. Значит, что он делает? Во-первых, он идет 300 мл. Артикул 1286. Он тоже уплотняет волосы без утяжеления, делает их послушными и блестящими. Не знаю, блондинка пережженная? Нет, не блестящая. А вот, наносится на всю длину перед сушкой. Так я и сделала. А также в качестве финального ухода после укладки. Можно добавить шампунь или бальзам для усиления их действия. Но я вот просто в шампуне бальзам, если мне захочется добавить, я уже добавлю просто, как вам сказать, лучше масло капну какого-нибудь, да, у нас хорошие очень масла различные идут, и мне нравится больше масла добавлять. Поэтому вот эту линейку я закажу еще, но не буду часто ей пользоваться, скажу вам честно, потому что нужно более сильное питание. Вот если, может быть, будет маска еще в этой линейке, да, вот попробовать, если будет маска, то может быть, вот, но мне питания не хватило. Я все равно еще добавляла питание слева, можно так сказать, тоже от компании Faberlic, но слева. Вот, артикул 1286 вот у этого крема-флюида уплотняющего для тонких волос. У кого волосы натуральные, кто не делает там 2 раза в неделю там прическу плойкой, не жжет голову, ему будет достаточно. Вот я точно знаю, что моей Екатерине Андреевне, да, у нее волосы длиннющие, ей вот такого средства хватит ненадолго, но опять-таки оно действительно сделает из нее пышную, блестящую шанетку. То есть шатенку, господи, почему я сказала шанетку? Да, то есть таким вот образом. Что ж, серия классная, новинки классные, едем с вами дальше. И сейчас у нас появляется
обновленная, улучшенная серия вербена. Значит, это у нас идет возрождение молодости. В прошлый раз вербена была 35+. В этот раз я не нашла, где что указано, но вот тут написано 30+. Скорее всего, вербена вся 30+. Хорошо, значит, что нам обещают? У нас есть дневной крем, ночной крем и для век. Сыворотки нету в этой линейке. Есть еще в этой линейке тоник. Очищение, тонизирование и так далее. Мне они, в принципе, все нравятся, кроме вот этого крема CC, который идет для всех типов кожи, создает типа идеальный тон. Я такая желтая была, кошмар. То есть он мне не подходит, и тон у него один. Хотя наносится классный, кожа такая классная с него, но очень желтая. Так, значит, что пойдем? С чего начнем? Во-первых, крем для век. Он идет 15 мл с артикулом 0985. Ухаживает за нежной кожей вокруг глаз и антивозрастной эффект. У него идет воздействует. Вот тут вот состав кому нужен, конечно, мелко, я уже прошу прощения, но что поделаешь, как уже есть. Что еще про него хочется рассказать, это то, что я его нанесла на кожу век, и могу сказать, что я нанесла в круговую, помассировала с ним, все такое прочее, и мне очень понравился эффект того, что уже через 15 минут я могла наносить макияж, и я даже забыла, что я его наносила. То есть он хорошо впитывается, очень хорошо дружит вообще с макияжем. Артикул 0985. Вот такой вот омолаживающий крем с активным возрастным комплексом из вербены для ежедневного ухода. Также могу сказать, что очень сильно поменялся аромат. Аромат стал лучше, легче. Он меньше пахнет. Легкий, цветочный, отдушка есть, но запах в 3 раза меньше, чем предыдущая серия вербены, когда она пахла вот этим сладким виноградом. Дальше. Дневной крем от вербены. Да и крем. Очень нравится, что дизайн выполнен в разном варианте. То есть это получается, что ночной, дневного мы легко отличим. В отличие вот от этого, например, коллагена. Да, видите, абсолютно одинаковые. Тут надо читать и быть внимательным, то ли мы наносим. А тут читать не надо. Тут сразу ночной, дневной. То есть это вот как бы удобно. Я лично такое люблю. Защищает кожу в холодную ветреную погоду. То есть эта серия создана для того, чтобы зимой наши с вами щечки и так далее, все с ними было хорошо. Значит, дневной крем для всех типов кожи 50 мл. Он такой же, видите, плотненький. Намного гуще, чем крем с коллагеном. Вот, то есть такой вот он, видите, да, наносится так интересно. Слой плотный, мне понравился, я прям вот в восторге, если честно. От запаха в восторге, от консистенции в восторге и так далее. Артикул 0983, и также хочется вам показать состав, чтобы вы уже зафокусировали, ну, поставили на паузу, почитали, да, кому очень важен состав. Так, дальше. Ночной крем питает, сохраняет влагу в коже. Он уже помогает, да, нам с вами помолодеть, сохраняет влагу в коже. Тоже идет 50 мл, артикул 0984. Такой вот красавчик. Мне понравилось прям вообще. В общем, и тут и артикулы по порядку идут. А сначала дневной крем 0983, ночной крем 0984 и крем вокруг глаз 0985. Прикольно. Состав у дневного. Состав у дневного. Вот такая вот красота. Мы с вами это посмотрели. Идем дальше. А дальше у нас с вами халяльная косметика. Причем вышло очень много новинок, и они все до такой степени разные, и все очень даже клевые, я бы так выразилась. Вот смотрите, этот крем дневной уже впитался. Вообще обалденно, просто классно. Кремы быстро впитываются и не скатываются. Мне очень понравилось. Ну, смотря, конечно, каким слоем. Кто-то треть тюбика, если нанесет, ну, как бы получит скатывающий эффект. Но это уже не компания будет виновата. Что у нас тут появилось? Самое интересное, да? Самая такая разношерстная линейка. Она вся идет халяль. Она содержит экстракт усьмы. Также очень много различных питательных компонентов. Давайте с вами начнем с туши для бровей. Брови я как раз не накрасила. Вот такая вот очень красивая тушь для бровей. Мне понравилось безумно оформление, симпатично. Значит, тут у нас указан с вами артикул 5867. Она идет с усьмой и маслом черного тмина. И вся халяль. Так, тут, значит, мы с вами отгибаем. Вот, и открываем. Значит, что у нее еще есть? Да, она придает бровям более насыщенный цвет, что здорово и классно, да. То есть такая вот маленькая прям. И фиксирует волоски без утяжеления и кондиционирует их. А цвет у нее пепельно-коричневый. Ну, знаете, такой интересный цвет. Кстати, один в один передается, что радует. В общем-то, прикольно. Так, ну что ж, давайте попробуем. Я прям крупным планом. Угу. Ну да. Более-менее фиксирует. Ну, фиксирует не так, чтобы прям совсем круто. Но фиксация есть.
и прокрашивает, да, то есть вот видите, у меня вот тут в уголке мало, я задела кожу, но в принципе ничего страшного, ну как бы прокрашивает здорово, да, то есть вот я уже давно брови красила, седые волосы есть, но прокрасила великолепно, даже седину убрала. Мне нравится, отлично. Далее идет у нас с вами такой вот классный бальзам для губ. Тут вообще вся халяльная косметика — это микс ценных масел черного тмина, макадами, кокоса и цветков апельсина. Питает и защищает кожу губ. Вообще супер, просто супер. Бальзам способствует быстрому заживлению, восстановлению. У него есть гурманский аромат апельсина и горького шоколада. Артикул 410-75. Смотрим с вами, да, то есть такое вот у него наполнение. Это обычный бальзам. На вид, да, обычный бальзам, но я вам сейчас расскажу, что в нем хорошего. Он очень хорошо увлажняет губы, он кладется тонким слоем и кажется сначала, честно сказать, фу, что-то какой-то странный, да, то есть какой-то как будто мало питает, он такой нежирный, да, ничего. И я подумала, что как-то вот так мое первое мнение было, но потом он мне чем понравился? Тем, что я пообедала, и он у меня еще остался на губах. И губы остались увлажненные. Вот это мне, конечно, очень понравилось. Это первый раз вообще с бальзамом компании Faberlic такая вещь происходит. Запах еле уловимый, его практически нет. А вот привкус на губах нету ни шоколада, ни апельсина. То есть там обычный такой привкус. Обычный, простой. Вот, дальше. Еще одно удивительное средство — это питательное масло миндаля и черного тмина для ногтей и кутикулы. Оно идет 11 мл, артикул 67-77, такое вот красивое. И это масло способствует быстрому росту ногтей, укрепляет и снижает ломкость и глубоко питает. Ну, наверное, для тех, кто любит, как я, да, покрывать ногти на постоянной основе. И надо же что-то покрывать. И надо, чтобы они росли. То есть такой вот маслице я его нанесла. Как раз, слушайте, отлично для тестирования, потому что отросло уже, да. То есть вот таким образом на кутикулу мы наносим. Отдаленно, ну, запах масел, но отдаленно bubblegum. Очень такой нежный, не яркий аромат, не бьющий в нос, такой очень приятный. Тут идет растительный сквалан и комплекс ценных масел, которые питают и увлажняют ногтевую пластину и кутикулу. Сколько он впитывается, да, то есть жирнится, не жирнится после применения, вот это, мне кажется, надо смотреть. Почему? Потому что я его раз сегодня нанесла, вчера я его нанесла попробовать. Могу сказать, что как будто вот масло, оно долго остается. Как бы долго остается, с одной стороны, но с другой стороны, если вы смотрите там, вот как я, например, да, там видеообзоры, сидите, любите смотреть и так далее, вот поухаживать, и в принципе вот минуты 3-4 надо, чтобы оно впиталось, ушло. Волосы не трогать эти 3-4 минуты, ну 5 может быть максимум. То есть в принципе средство очень даже достойное, классное, и вот этот вот нежный bubblegum-овый аромат вообще супер. Далее, что меня поразило далее? Это вот такие вот мега стойкие карандаши, которые подходят для прокрашивания слизистой, имеют насыщенный цвет и повышенную стойкость, плавно наносятся в одно касание, создают идеальный четкий контур. Единственное, но нужно подождать, чтобы они немножко подсохли, высохли, может быть что-то такое. Это кохль каял для глаз с маслом шиповника и миндаля, то есть он еще и ухаживает за нашими глазами. Масло шиповника, миндаля и касторовое, и витамин Е стимулируют рост ресниц, что интересно, да, то есть интересно. В каталоге не указано, так, традиционное восточное средство для макияжа глаз и ухода за ресницами. Вот, ничего не указано в каталоге, как он должен вообще точиться или выдвигаться, или еще что-то. Честно скажу, не знаю. Он плавно наносится, создает идеальный четкий контур. В общем, пойдем с вами. Артикул 5765. Это у нас арабская ночь, матовый черный. То есть вот такая вот красота. Давайте вот тут. То есть я его так вот нанесу и тоненьким слоем нанесу. Так вот выглядит сам по себе карандашик. Тут я просто разрезала, немножко его повредила. На самом деле он, по идее, должен вот тут вот ворочаться. Но что бы я ни делала, у меня не получается точить его. Он пластмассовый, я тоже не поняла как. Вот тут что-то не то. Может быть, кто-то уже знает, подскажите мне. В общем, у них обалденная стойкость, но нужно подождать, пока они высохнут. Дальше. Артикул 67-76. Это райский изумрудный перламутровый. Угу. То есть давайте также толсто нанесем. Очень красивый оттенок. Как вы видите, он блестит. И вот так нанесем. Так. Угу. То есть такая вот красота. Дальше. Знатная дюна 67-75. Он идет матовый. То есть кому вот хочется такой розовенький, пожалуйста, красавчик. 67-75. Очень мягкие, очень хорошенькие, прямо супер. Так, ну и последний, больше всех мне понравился, перламутровый цветок пустыни 67-74.
тоже так же вот он блестит. Видите, да? Такие вот классные блестящие оттеночки. Так, ну что ж, давайте на глазках попробуем. Так, значит, я буду с вами крупно. Каял 67-75. Давайте мы попробуем сюда на слизистую нанести. Да, сразу глазик увеличился, да, согласны? Да, красота. Так, дальше попробуем с вами 67-74. Красавчик. Так, у меня соседи все время жужжат. Он очень хорошо наносится, легко, и его не нужно фиксировать тенями, услышите. То есть он вообще суперский. 67-74. У нас уже недельку сверлят, поэтому я не стала дожидаться, уже полдня и так прождала. Думаю, ничего страшного, да? Согласны со мной? Очень мягко карандаш наносится, очень приятно, прямо супер, очень хорошо. Даже на камеру я его нанесла легко. И смотрите сразу, как глаз изменился, да? С подводочкой все-таки круче жить. Так, дальше идет у нас с вами 67-76. Это райский изумрудный перламутровый. Так, райский изумрудный перламутровый. Давайте мы его тут нанесем. Угу, тоже симпатично получается. То есть его еще можно подтушевать немножечко снизу, пока он не застыл. Его нужно тушевать быстро. Разные макияжи. Один такой томный, а второй такой легкий. Классно получилось. Вот, единственное, что не могу понять. Я и так, и всяко, и всяко. Они, вот не знаю, как их точить, такие пластмассовые, но походу они не выдвигаются. Если они не выдвигаются, то вот как их тут? Я не понимаю вот этот момент. Так, и артикул 57-65. Угу. Очень хорошо, легко наносится. Если вам хочется его тушевать, то ни в коем случае не медлите. Он действительно высыхает и не отпечатывается. Мне вот этот момент очень-очень понравился. Обычный, ух ты, да, обычный черный карандаш. Ну и давайте проведем с вами эксперимент. Как он вообще себя ведет при нанесении. Нужно подождать, пока он высохнет. Я не знаю, я прождала 2 минутки. В прошлый раз я, конечно, подождала больше. Ждем, значит, когда он высохнет. Лучше, конечно, минут 10 подождать. И поехали. То есть он очень плохо размазывается, как вы видите. Видите? То есть его очень тяжело размазать. И он не отпечатывается практически. То есть вот таким вот образом. Смывала я его очень долго, очень мега долго я его смывала водой. Отличный, просто отличнейший карандаш, просто супер. Следующая новинка у нас с вами пойдет вот такой вот бальзамчик. Небольшая сыворотка для волос, питание и смягчение. А нет, питание и защита. Очень даже интересно. Давайте-ка про нее почитаем. Я ее не открывала. Это серия «Морошка», любимая серия моей дочки. Цвет, вкус, аромат она очень любит. Так, артикул 1447. Питание, защита. Волосы мягкие, легко расчесываются. Не требуют смывания, не утяжеляют волосы. Так, вроде бы там ничего не болтается. Дальше, значит, что нам нужно? Небольшое количество. Ага, вот такая вот отличная сыворотка получается. Да. Так, давайте еще раз. Небольшое количество распределить по влажным волосам, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Да, то есть, ну вот она потекла слегка. Да, то есть такая вот полугустая консистенция, ну как у обычной сыворотки. Безумно вкусный аромат вот этой сладкой морошки. Можно наносить на сухие волосы для моментального эффекта гладкости и ухоженности волос. Артикул 1447. Давайте попробуем. Так, я себе возьму вот столько. Так. Распределяю по ручкам и начинаю наносить там, где мне хотелось побольше ухода от плотного шампуня.
Ну, слушайте, прям хорошо наносится так. Ну, знаете, я бы еще побольше бы взяла. Мне не хватает такого количества. Я бы еще взяла больше. Так, сейчас еще немножечко возьму. Так, зачем длинный кончик? Вот это тоже не особо понятно. Значит, вот так по ручкам. Как будто вот не на все хватило, вот понимаете? Ну и расчешем сейчас. Главное, чтобы не было эффекта грязи. Я так считаю, эффект грязи самое такое. Так, расчесываемся. Но он уже практически, знаете, такой высох, подсох. Ну да, волосы резко мягче. Нет эффекта грязи. Как вы видите, рассыпчатые. Все с ними хорошо. Не слиплись, в сопли не превратились, как говорится. Все замечательно. Все прям великолепно. Угу. Меня устраивает вполне. Видите, да, разница? Расчесанные, не расчесанные. Давайте посмотрим теперь эту сторону. Угу. Великолепно, на мой взгляд. Вот это еще чуть-чуть не просохло. Много, наверное, нанесла в одно место. Так, ну так, по идее, хорошо. Угу. Ну да, как вы видите, на глазах они успокоились без всяких плоек. Вы помните, после уплотняющего шампуня они у меня немножечко такие распушенные были. А сейчас все, я просто расчесала. Без всяких плоек, выпрямителей и так далее. Просто расчесала. Хорошо. И свои вроде бы как хорошо, да, но я на свои не наносила. Я вот нанесла вот на это. Ну, как бы здорово. Ну, в пустышках еще расскажу вам побольше о них обязательно. Расскажу, потому что так вот с первого раза, конечно, я в восторге. И запах такой, знаете, приятный. Хотя еще этим уплотняющим есть такой немножечко морской аккорд, морской аромат. Но тоже как бы приятно. Мне нравится. Так, берем, берем. Отлично. Так, ну что ж, мои дорогие, перейдем с вами к мужской линейке. Да, ну слушайте, мне нравится. Хорошие волосики. Не пушатся вот так сильно, знаете, вот видите, я уж сильно-сильно их, а они... Все равно расчеши и снова рассыпчатые. То есть, ну, имитацию ветра, что ли, создала. Нормально, мне нравится вот эта морожка. Ну, как я считаю, это главная новинка вообще. Сила науки для нашего здоровья. Такой вот бальзам доктора Эдигера. Очень интересный у него тут и состав, и все. Область применения в качестве биологически активной добавки пища. Источник схизандрина, также ресвератрола и антоцианов. И дополнительного источника витаминов ПП. Сейчас фокусирую состав. Вот такая вот красота. В принципе, значит, что о нем вообще говорится. Бальзам создан специально для комплексной поддержки и защиты организма. Его основой стали несколько фитокомпозиций для максимально широкого, разностороннего и эффективного воздействия. В состав у него идет экстракты плодов черники, цветков гибискуса, каркаде, плодов лимонника китайского, корней горца японского, зеленого чая, околоплодника граната, травы душицы, орегано, также аронии, черноплодные витамины ПП, экстракты плодов ацеролы, листьев джимнемы, сильвестре и шафрана. Про него он очень тут в каталоге хорошо написал, и очень много, что он делает. После COVID-19 он его решил приобрести, да, то есть современный человек это активный, путешествующий, контактирующий со всеми окружающими, и неизбежно сталкивается с рядом общих проблем. Это хронический стресс, накапливающая усталость, инфекции, часто непереносимые на ногах, нарушение суточных ритмов. Наши циркадные биоритмы действительно у нас с Антоном, они очень сильно страдают, прямо мега сильно. То у нас вылет в 5 утра, а это в 3 ночи.
ночи надо быть в аэропорте, да, и так далее. В общем, конечно, да, действительно тяжело. Вот, ученые выделили систему организма, которая в первую очередь становится мишенями этих повреждающих факторов. Ими стали нервно-сердечно-сосудистая система, даже капиллярный кровоток. Второе – это иммунная система, развитие хронических инфекционных процессов системы. И, конечно же, основное значение этот взгляд приобрел после пандемии COVID-19, которая привела к появлению массового постковидного синдрома. Разработка нашего бальзама имела своей целью охват наиболее важных точек мишеней, вовлеченных в этот комплекс проблем, и их улучшение для предотвращения широкого спектра заболеваний. Ну, слушайте, шикарно. Значит, бальзам так бальзам. То есть, это иммунитет. Открываем нашу с вами новинку и смотрим. Так, запах. Слушайте, ну запах. Я почувствовала какой-то сушеный шиповник. Он такого интересного цвета. Видите, такой интересный цвет. Какая вкуснятина, ребят, очень вкусный такой, кисленький, хорошенький, прям захотелось выпить сразу, вот серьезно. В общем, бальзам доктора Эдигера мне очень-очень понравился. Ну и последние новинки, это, конечно же, для наших любимых, дорогих мужчин. Во-первых, мыло. Очень часто мы стали брать с собой мыло в поездку. Не поверите, надоело таскать с собой гели для душа. А вот этот недовес-перевес, а вот такого кусочка на 2 недели может хватить. Ой, какой приятный морской аромат, прямо супер, 2961, он подойдет для всех. Аромат резковат, честно сказать, но супер, просто супер. Так, а сколько грамм? О, 90 грамм. Ага, ну, обычное мыло, давайте с вами ковырнем, как обычно, да, то есть вот оно, обычное мыло, вот. Боже мой, какой приятный запах. Далее, шампунь-гель для душа, то есть 2 в 1, как любят наши мужчины. У меня муж шампунем очень часто моется. Я говорю, Антох, прекращай. То есть он со шампунем может помыть себя всего. Такая у него консистенция, довольно-таки густой, приятный. Это новый, размером XXL, 400 мл, артикул 2963. То есть вот такая красота. Тоже безумно приятный аромат, очень его люблю. И дальше вот такой вот гельчик для бритья. Как вы видите, потек. Он прозрачный, защищает от микропорезов и так далее. Идет с кислородным комплексом и не образует пену, что позволяет четко видеть линии бритья и не сушит кожу. Это вот для тех, у кого много родинок, да, вот как, например, у моего мужа. Ну и давайте попробуем с вами совсем уже засохшее средство для глаз, да, то есть видите, как его тяжело размазать, испортить, да, то есть вообще просто супер. Мне понравились эти халяльные карандашики, в общем, все новинки, просто огонь, просто бомба. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конана Ваня, проект Faberlic Online, надеюсь, все рассказала прямо от души. Всем пока-пока!